Здравствуйте, хочу вам рассказать, как я решил проблему с отваливающимися жалюзями. Значит, купил в Леруа Мерлене такие недорогие жалюзи, белые, их торговой марки Inspire. Вот, цена вообще отличная была. Быстро установил на такие вот защелочки в трех местах. И спустя там, несколько недель они как бы начали отходить вот так вот. Вот, и жалюзи стали падать. Очень неприятные как бы такие ощущения, когда утром пытаешься их поднять, и они падают. Как я решил данную проблему? Я вставил вот такие уголки, которые применяются для сборки мебели. Вот. И поставил вот такую штучку, прикрутил. Вот, может быть, немножечко некрасиво, но зато теперь жалюзи не падает ни вниз, ни вперед. Вот, очень надежно. И точно так же можно, вот видите, она ее держит. Можно поднимать спокойно, и ничего не падает. Вот. Спасибо за внимание. Вот такой вот интересный способ. Тут тоже обычными саморезами все крепится прямо и не отваливается. Вот, спасибо большое за внимание.